Британская полиция задержала подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро. Взрыв произошел накануне на станции Парсонс Грин. В вагоне не полностью сдетонировала самодельная бомба. Люди получили ожоги. Больше деталей у Елены Абрамович. Террористы запланировали взрыв в час пик, 8:20 утра. Взрывное устройство запаковали в обычное белое пластиковое ведро. Кто-то из пассажиров успел сфотографировать, как оно начало гореть. Через несколько секунд произошла мощная огненная вспышка. Буквально через 3 секунды, как закрылись, мы услышали громкий взрыв. Сначала не поняли, что случилось, звук был необычный. Я оглянулся и увидел огромный огненный шар. По-другому это не назовешь. Внезапно я услышала взрыв, посмотрела налево и увидела, как в мою сторону поднимается огненный шар. Раздались крики и плач женщины. Люди начали паниковать. Началась давка, и мы никак не могли выбраться. Подо мной была женщина, другая кричала, что она беременна. Под ногами оказался маленький мальчик. Я держалась за перила, старалась ни на кого не давить, но люди напирали все больше. Спасатели и полиция прибыли на станцию через 6 минут. С ожогами и травмами в больницу увезли около 20 человек. Но все могло оказаться намного хуже, если бы подрыватели не ошиблись. Скорее всего, была ошибка в химическом составе взрывчатки или недостаточно мощный детонатор. Потому что если бы бомба сработала, то жертв в переполненном вагоне было бы гораздо больше. А так даже окна уцелели. Ответственность за теракт на себя взяло Исламское государство. Полиция задержала подозреваемого, 18-летнего мужчину. Его идентифицировали с помощью записей камер наблюдения. Сразу после теракта премьер-министр Тереза Мэй созвала и возглавила заседание КОБРА, чрезвычайного правительственного комитета. После этого заявила, уровень террористической угрозы в Британии будет повышен с серьезного до критического. Это означает, что следующая атака неизбежна. В этот период военный персонал заменит полицейских в караулах на определенных охраняемых объектах. Общественность увидит больше вооруженных полицейских в транспортной сети и на улицах. Тем временем неравнодушные жители организовали в пятницу возле метро Парсонс Грин раздачу бесплатной пиццы для полицейских и спасателей, до вечера обследовавших станцию. Утром ветка метро возобновила работу. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейского бюро телеканала «Интер».